Я приветствую всех на своем канале, с вами Каиса. Я продолжаю проходить Hogs of War челлендж за рядовых на повышенном уровне сложности Мэрди Пикс. И последняя миссия, 25-я. Well, well, well. Так, на половинном здоровье попробуем себя взорвать на доте. Да, оружия, конечно, хорошего нету. Это еще надо опять-таки умудриться это сделать. Сделаю квиксейв, ладно. Нет, не то. Так, ну вот, я на доте вздыхаю. Это заткнет дот? Да. И сколько у него здоровья? 45 хп. Ну, надо смочь, надо смочь. Так, я не буду заморачиваться слишком. Я потому что знаю, что именно такая схема только может сработать. Не буду я слишком заморачиваться. Надо его закинуть, короче, в эту лужицу. Нет, не очень удачно. Не очень удачно. Ну это вообще не то. Не-не-не, хрень. Блин, ну как так удачно вот кинуть гранату? А, ну вот, нет. А, нет, уже успели прилететь. Надо именно убить. Блин, ну понятно, надо поближе просто подойти. И умудриться, умудриться, главное, умудриться. Кинуть гранату так, чтобы... Он захлебнулся и утонул. Ну, не получается пока. Ее так кинуть. Не, не так. О, ни хрена себе, я его на аптечку скинул. Может, с этой стороны получится? Почти, почти. Или наоборот, с этой. Он выживает, гад. Что с ним делать, а? Эх, радиус, конечно, не такой вот у этой гранаты. Не такой радиус, блин. Mm-mm.
но это долго можно пробовать вот так вот. Нет. Казалось бы, чуть-чутка совсем не хватает вот. Эх, 2 хп. Блин, это было так близко уже. Это было так уже близко. Нет, хрень какая-то. Ну как он умудряется? Нет, вот, короче, в одной из такой попыток можно это сделать. Я не знаю, сколько я тут просижу. О, это она. Да, вот, это та попытка. Удачная. И мы прошли за рядовых. Мэрди Пикс. Да, тут все. Игру должно заклинить. Финальный ролик. Ну ладно, не буду его смотреть. День Победы. Все. Можно сохраниться. Но дальше он меня не пустит. То есть третьего раунда не существует у этой игры, я так понимаю. Вот. Вот, даже могу показать. Будет загружаться что-то другое. Ну да, вступительный ролик, вот, все ролики вообще. И все, на титульный экран вообще игра выводится. На этом я благодарю всех за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи. Увидимся в других прохождениях. Всем пока.